Как вы уже поняли, сегодня мы будем совершать неслыханный акт вандализма и разбирать лебедку Iron Man Monster Winch. Это новая лебедка, даже не просто лебедка, а произведение искусства. Посмотрите на этот блок управления с объемной графикой. Активатор беспроводного управления. Все кабели, выходящие из блока, имеют очень серьезную гидроизоляцию. Сам блок также гидроизолирован. Каждый шуруп закрыт специальной резиновой крышечкой, чтобы туда не попадала влага. Здесь я должен сделать предупреждение, что все трюки выполнены профессионалами, дома это не рекомендуется повторять. Но вы все равно не послушаетесь. Приступим. Чтобы не заставлять вас ждать, резиновые прокладочки я уже вынул. Снимаем антенну радиопередатчика. Откручиваем разъем для подключения пульта управления лебедкой. Если вы видите, здесь есть мягкая силиконовая прокладочка, которая плотно прижимается к пластику и не дает внутрь попасть в воде. Качество пластика вполне достойное. И такой блок управления явно прослужит не один год. Разбираем дальше. Три шурупа я уже выкрутил. Остался последний. Итак, что имеем? Здесь нас ждет небольшое разочарование. Никакой резиновой прокладочки по контуру корпуса не проложено. Сделан небольшой пазик, а в остальном расчет только на плотное прилегание крышки к корпусу. При серьезной гидроизоляции всех вводов проводов, шурупов, это явный недочет. И в расчете на глубокое погружение, наверное, здесь можно будет промазать силиконовым герметиком. Впрочем, крышка прилегает очень плотно. И, скорее всего, в течение какого-то времени вода внутрь не просочится. Посмотрим, как у нас обстоят дела с герметизацией водопроводов. Здесь как раз все более чем серьезно. Все провода закрыты термоусадочными трубками. Через резиновую прокладочку проходит провод. И сама резиновая прокладочка обжимается вокруг провода с помощью вот такой контрящейся гайки. На самом деле, при том, что все кабели, точнее вводы кабелей в корпус, серьезно загерметизированы, корпус блока управления оказался не герметичным. В верхней части, сзади и в нижней части имеются небольшие отверстия. Возможно, это обусловлено технологическими требованиями для вентиляции или слива так или иначе просочившейся воды. Можно попробовать их загерметизировать. Тогда блок окажется полностью сухим. Внутри все просто. Соленоид. В эту коробочку спрятана электрика. Все очень хорошо загерметизировано. И сюда попадание воды абсолютно не страшно. Маленький проводочек уходит в никуда. Скорее всего, это антенна для блока управления. Вот, впрочем, и все с блоком управления. Впечатление оставляет очень хорошее. Посмотрим,
что у нас с лебедкой. Ну что же, теперь приступим к самому интересному. Для разборки нам потребуется пару шестигранничков. На всякий случай снимем рычаг свободного хода. Кстати, мы очень правильно сделали то, что вы сняли. Посмотрите, рычаг свободного хода имеет резиновую прокладочку вверху и небольшой сальничек внутри в виде резинового уплотнительного кольца. То есть в случае попадания лебедку в воду, вода внутрь проникнуть не сможет. Это очень здорово. Так, мы избавляемся от последнего болта и приступаем к снятию крышки. Обратите внимание, что под крышкой организована прокладочка, которая защищает внутренности от попадания воды и подтекания разогретовой смазки. Аккуратно вынимаем детали трансмиссии. Главный вал. Как вы можете видеть, внутри все очень даже здорово. Никаких заусенцев, никаких надломанных зубчиков. На первый взгляд выглядит все очень даже хорошо. Со стороны электромотора, кроме контактов, выведен еще дополнительно сапун, что говорит о внутренней гидроизоляции пространства. Посмотрим, что внутри. Так, под крышкой электромотора, как вы видите, проложена специальная силиконовая прокладочка, не позволяющая воде проникнуть вовнутрь. В одном месте прокладочка чуть-чуть подплющена. Видимо, здесь крышка прилегает наиболее сильно. Со стороны барабана также проложено резиновое кольцо, защищающее механизм от попадания воды. Полностью разбирать я не буду, в этом нет смысла. Самое главное, что мы хотели узнать, мы узнали. Электромотор и трансмиссия действительно защищены от воды. Лебедка сможет пробыть некоторое время под водой и при этом не повредить внутренние механизмы. Возвращаем электродвигатель на место. Кстати, на болтах тоже присутствуют силиконовые прокладочки для гидроизоляции. Это очень важно. В
В общей сложности новая лебедка Iron Man Monster Winch оставила вполне положительные впечатления, и осталось дело за малым испытать ее в реальных боевых действиях.